Общий вес пирамиды 900 килограмм. На меня вообще такое впечатление произвело его вид мышечной массы и те огромные веса, которые он поднимал. И для мальчишки, я вообще считаю, что для мальчишки это очень важно, увидеть своими глазами вот такого живого богатыря, живого силача. Известный культурист Александр Невский признается, что если бы не Дикуль, он никогда бы не стал спортсменом. Маленького Сашу Курицына, так звали Невского в детстве, однажды мама привела в цирк на выступление легендарного Валентина Дикуля. Еще до того, как мы начали смотреть на Арнольда Шварценеггера или Сильвестра Сталлоне или Чака Норриса, у нас был Валентин Дикуль.